Молиться за мир, спокойствие и целостность страны. С таким обращением сегодня выступил Совет церквей и религиозных организаций Донецкой области. Документ зачитал секретарь объединения, священник Украинской греко-католической церкви Тихон Кульбака. Обратиться к жителям региона решили в связи с гибелью участника митинга на площади Ленина. Призыв поддержали 32 религиозные организации. Серед нас есть украинцы, россияне, евреи, крымские татары, греки, вірмени та багато інших національностей. Але ми всі прагнемо одного – миру і спокою, злагоди і свободи у єдиній неподільній Україні. У нас одна рідна земля – земля України. События вчорашнього дня в Донецьку показали, що необхідно срочно, в тому числі і духовна робота, і духовне воззвання – религиозных руководителей нашей области и всей Украины, чтобы призвать верующих своих церквей, своих религий, своих конфессий к миру, к взаимопониманию, чтобы удержать людей от насилия, от сепаратизма.